Вы все чебуреки были как один, не лопнутые, прожаренные, пузырчатые. Рецепт есть, но я покажу, как жарить, чтобы вообще не лопнул ни один. Сперва я накалываю масло прям сильно-сильно, на максимально. И закладываю чебуреки. Засекаю 30-40 секунд максимально, только чтобы закупорить нижнюю часть. Может, выражаюсь непонятно, если что, уж извините, сегодня и самса, и чебуреки. Переворачиваю через 30-40 секунд. Теперь сбавляю на выше среднего и ставлю таймер на 3 минуты. Так, через 3 минуты я их переворачиваю. Ставлю ниже среднего огонь и ставлю опять на 3 минуты.